Финансовые застойные американского пловца-принца, и по разным оценкам, составляет от 300 до 800 миллионов долларов. Суд штата Миннесота, США, отклонил претензии 29 человек, которые заявляли, что они являются родственники певца-принца. Люди требовали долю в наследстве. Среди родственников даже была женщина, которая настаивала и пыталась убедить судью в том, что она жена артиста. По ее словам, их брак не афишировался, поскольку это было тайной ЦРУ. Другие уверяли, что принц был их биологическим или приемным отцом. Несколько человек заявили в суде, что являются родственниками сестры прадедушки певца. Напомним, певец Принц умер 21 апреля 2016 года в своем доме в Миннеаполисе, США. Ему было 57 лет.